Ой, ай, друга. И скорость спуска в данном случае я регулирую. Гриша. Да, не хочется мне отдавать эту веревку, но придется. Нет, я с кем говорил, с Тита, мне никто про звук, что говно. Вот Алинка у меня, она, говорят, да, там, если микрофон близко вот так держишь, то там перемодуляции, там все говорят, что у тебя там да, крути. С фильтра и слышно, что ухи уши есть. Ну, ухи, ну и хвост тоже не у всех. У меня есть и хвост, и крылья. А у меня хвост только. И копытки. У меня хвост и ухи длинные. Ухи тоже. Ухи, да. Я могу ими так это, ну, комаров там отгонять. Два, то есть в своих габаритах он имеет и номинальную выходную мощность 10 ватт. Да, по тем временам это, кстати, было круто. Вообще мы с товарищем посчитали сейчас на современных транзисторах высокочастотных, на полевиках каких-нибудь, можно в этом объеме собрать ни много ни мало. Сделать киловатт на лоу-бенде. Вообще было бы интересно на лоу-бенде. Диапазон-то классный, но антенны капризные. То есть, даже если у кого-то антенна не в резонансе, то базу услышат все, даже там в черустях, даже, наверное, в шатуре. Я думаю, ее услышат очень далеко, даже в воинских частях за Уралом. Там... Какой фигней мы все-таки занимаемся? Не вот нормальные-то люди, вот нормальные люди, вот, вот нормальные. Нормальные люди сейчас уже питом день. Ну, поехал. Рабочие блоки со... С свободным открытием вот этим, без фиксатора, конечно, бодрят. Бодрость в теле появляется. Особенно, когда они сами начинают открываться. Что-нибудь их нажимает, как вот у меня там, да, и они сами открываются, и ты так... Сразу это вкус к жизни появляется. И природа хорошая, и вообще так все хорошо. Прицепиться на эту веревку. И его. Куда ты лысый? Как пошло? Так куда ты лысишь? Это уже мем такой раз уставлен. Куда ты лысишь? Это ты киевские блогеры. Который полметрового. Она государственная. Вот так вот.
У меня трейл-ролик был сейчас тяжело очень отцепить, потому что из-за того, что у него ушки разведены, у меня там заклинивался этот крючок этого карабина. Ну, да. И было очень неприятно. Так. Пошел, пошел, страус. Это сейчас. О! Пошло, пошло. Ну, это не страшно. Да, он застрахован, но сесть на сучок, как бы, удовольствие то еще. Да, да. Я помню, там сам не очень был счастлив. Не упустите бонус. 100 смс по России на сутки. Просто пополнить счет на сумму от 100 рублей. Держи. Да ты там оставь еще поспать. Поспать? Да. А, Пассат. Был Ниссан, теперь станет Пассат. Накосячил? Перехлёст верёвок сделал, да? Вроде он так сейчас развернулся нормально. Ну, я вообще считаю, полезно периодически так вот, как я сейчас завис, вспомнить верёвки, подержаться. Мне, кстати, рядом с домом относительно. Чего хороши такие практики, да? Одно дело, когда на столе там, где-нибудь в тепличных условиях это все. А вот когда ты вот так вот его позавязываешь эти узелки, потом уже они становятся неубиваемые и незабываемые. Всего лишь маленькая. Тебе эта сосна, по-моему, больше мешает. Я привык висеть на мостах. В стволе, в говнятнике. Еще где-нибудь. Ветрушечки. Я никогда не висел в лесу и не висел очень давно. А, сколько еще лет. Давай, страус, пошел, пошел. Давай, сука! Видишь, я тебе говорю, всякие эти промы, они как-то халява, а вот ты по-честному, с бревнами, с камешками, с сучками. Знаешь, пока одни вот так вот, как сейчас эльф, висят, да, а в это время других кого-то там раз где-то... Какие звуки! Звуки секса. Звуки секса. Папоротник. Он такой маленький. Одно и другое сразу. Ты по горизонтальной пойдешь, нет? Не, у него ролика сейчас нет, по-моему. Не, нафиг. Ну, тот... Ему, знаешь, ему сейчас этого хватит. Как это вообще работает? Судя по количеству мата, ему это дается непросто. Тогда с другой стороны так. Нет, нет уже. Давай, попробуй. Заодно встретитесь там. Встречу на Эльбе устроим. Ага. Там наверху, на сосне. Я раньше? Обнимитесь. А куда вот ты лызешь? Я старый, больной, жирный. Фу, ужас. А, сука! Лайбит! Лайбит! Гадина! Мразь! Мне это нравится! Папа! Сука! Тварь! А сейчас я на сучка стою. Поперло. Не видел. Это дерево он полюбил. Чувствую, скоро полюбит. Или пролюбит. А сейчас как медведь завелся. Видели на дереве. Ну-ка, улыбочку. Ах, это какой-то дичь. Дичь. Ну да. А там вид такой еще открывается. Какая местность тонкая. Для спуска тебе надо будет что? Тебе надо будет вытащить ногу из петли, после этого снять шант полностью,
повесить его на обвязку. О! Видишь, пошел, да? Видишь, чем удобен, что он что вверх, что вниз. Одно и то же устройство. То есть практически вверх подняться, вниз спуститься, ты просто шанс или там этот жумар снимаешь и все. Никаких лишних телодвижений не совершаешь. Судя по всему, на передачу дает жару. Слышно? Как? Ну, блин, так же, как и на Моторолу. Хорошо. Собственно, тут еще дуплекс-то и получился. Я там с этими дебильными наушниками. И... Ну, подошел к теме фундаментально. Есть очень специфический рынок, есть люди, например, ну, у кого есть Bentley последних моделей и так далее, которые боятся ядерной войны. Рублей там, как там супер-пупер аварийная радиостанция судного дня, рублей так 300 за эту улейму выкатить. И должна быть документация, чтобы мы могли мелкосерийные собирать, допустим, несколько десятков штук в год. Возможно, меньше. Возможно, несколько единиц даже. Но при такой цене это нормально. Как это работает? Подводка, наложки экономические, типа, только с офицерами. Если что, получилось, они это все. Ну, у них так, там так же и тут. Запустят научный летает. Спутник, и научный спутник начнет херачить военщину американскую. Вот. И тут без КВ уже не так. Ну, в принципе, вот смотри, достаточно грамотная схема получилась у него. О. Он застрахован на ролик. Гарантированно, да? Ну да. И у него движение с ногой и с этим. В принципе, очень даже неплохо получается. Только у него сейчас из-за разности подвеса высот веревок начнутся интересные неудобные. Там. Ну, не то чтобы неудобно, его начнет выворачивать. То есть нижняя веревка, она будет уходить, соответственно, вниз, верхняя вверх. То есть получится раскоряка. Ну, к тому моменту, я думаю, что-нибудь придумает, типа перевесится на одну веревку. Надо вызвать страховку. Ну, кстати, между ними не такое большое расстояние. Там, если так посмотреть. Сзади сучки. Они близко. Карабин, который держит Гришу, открывает свободный карабин с блока. Они пересеклись, ну, он на него надавил и закрывал. Открыл. И ты почувствовал прилив сил? Не, надо однозначно. Нет. Все с мухами. И я сейчас уже на крыше лежу, так что это не правильно. Ну, они что-то были у них набеги на Сиби, когда они там, типа, самые ранние, да? Что на Сиби, да, надо, типа, тоже позывной. Это же ко-ку-ко КВшечка. Ко-ку-ко. Да, ко-ку-ко КВшечка. На КВшечке там надо регламент. А то вдруг кто услышит, она там огибает землю там миллион раз. Обвязываться по дереву.
такой полигон. Что-то мне напоминает это пирамиду. Пирамиду, да. Да. Готов. Все, да? Да. Такой вот возврат с тренировки. Здесь уже проводят сеанс связи по GSM протоколу. Попутно. А это для рту. Ловил веревки на лету. Ну, навеселись, в общем.